этих, ни одной из этих дверей я еще не нашел. Я прям точно помню, что в библиотеку мы когда входили, там была дверь. Капец. Башня Отиса. Таверна. Пещеры. Давай еще раз в библиотеку сходим. Я просто, я, блин, хрен его знает. Я точно помню, что была дверь с ключом. Но она почему-то не открывалась. И это полный вред. Не понимаю. И, блин, зачем делать лечилку такую с одноразовой? Зачем? Почему именно так? Я хочу, чтобы она была бесконечной. Ну, нечестно. Так, мы точно отсюда этой дорогой шли. 100%. 100% сюда шли. Не, ну просто я без понятия. Либо я где-то в какую-то сторону просто не завернул. Либо что-то вообще, короче, во мне вообще абсолютно не сюда. А куда-то хрен знает куда. Здесь мы куда пошли? А здесь только один выход. Не бесконечный фонтан. Так, вот здесь вниз там тупик. Точно помню. Здесь мы точно проходили. С этим импом мы бежали. Что здесь нихера нету? Что за... Что за ебалистика? А здесь один выход, да? Ну куда же еще раз сюда? Не, ну здесь тупик стопудово был. Ну то есть здесь одна дверь, которая ведет в тупик. Правильно? Правильно. Да, она ведет в тупик. Что за хрень? Что за... Игра, пожалуйста. Я в растерянности. Да, здесь есть сундук. Сундук-невидимка. Здесь можно посмотреть зачем-то. Допустим, если я нажму посмотреть, что будет. Еще раз. Чтоб тебе. Жерель еще где-то какой-то надо взять. Ну. Че, нельзя второй раз посмотреть? Да еб ты мать. Че бежал? Бегите, пацаны, туда. Давайте. Ересь какая. Ересь, дурость это, да.
Здорово. А отсюда выхода нет. Только назад. Игра. Игра, пожалуйста, игра. Игра. Да, нам куда-то надо. Куда, непонятно. Дом Руменс. Пирс. Нахер нам на пирс? Пещер. Нам надо убить финального босса. Да. Я даже помню как. Такое не забывается. Допустим, я сюда пошел. Допустим. Вот этот поворот, подожди. А чё это тут две развилки-то? А? Че ко мне лады? Я нашел дверь. И в ней, сука, зелье хаоса. Все, больше ничего. Охуительно. За что? За что, игра? Вот за что? Что я тебе сделал? Сика. Искали эту дверь, думали, она куда-то выведет, она просто... Чулан. Тупо чулан. Охерительно. Чтоб тебя. Не, там где мы были, там вообще ничего нету. Что? Какая-то глупость. С боссом дрались, да? И мы отсюда ушли сразу. Ага. Здорово. И чё? За что? Ну за что? Я, конечно, проору, если сейчас нужно было просто прийти в башню Каракулу и сказать, вот мы принесли сферу. Подожди, а тут есть? Ну-ка, погоди. Что здесь? Я уже не помню. Фарм денег! Фарм денег! Сюда. Сюда, сука! Ты чё дерёшься-то? Слушай, мы сферу принесли, прикинь, чё? Это, слышь, старый. Иди ты нахер. Козёл. Вот, Оракл. Давай проверим. Чисто давай проверим. Мне просто любопытно. Ну или может с тобой поговорить? Без понятия. А чё тут так много выходов? Это куда дорога ведёт? Это куда? Что происходит? Откуда здесь столько переходов? Здесь что такое? Оракул, мать твою. Слушай, что? Смотри, сферу принес. Хочешь сферу?
Выйдите здесь, так быстрее будет. Так вот. А это что наверх? Да вряд ли мы что-то сломали. И куда это мы? Есть курить! Новая локация. Эй, ребят! Деритесь, пожалуйста. Просто бабах. У меня есть одна теория. У меня на карте это появилось, кстати говоря. Есть одна теория. Давайте вернемся в таверну, купим меч огненный. Хрен бы с ним, отдадим сотку там, или сколько он там просит. Это у нас будет огненный меч, будет чем стрелять. Где этот щегол? Так, с ним можно поговорить? С барменом можно поговорить еще раз? А что это он со мной решил заговорить? Или что? Убирайся. Ясно, понял. Сколько? Думала, решила все-таки купить старому Рэндалу выпивку. Или тебе понравился мой чудный меч? Ну, если не сработает. Ты же не хочешь сказать, что я мог бы надуть такого щедрого человека, как ты? Я смертельно ранен. 481. Рекомендую было денег тебе купить мне выпивку в качестве извинения. Да пошел вот. Я тебе, у тебя меч купил. Думаю, нам стоит уйти. Располагайся. Че? За сотку. Окей. Так. Оракл. И оттуда в Винтер, я так понимаю, мы идем. Не, ну огненный меч, хорошо. Блин, они сейчас выйдут, у меня опять сейчас все экипировать. Нет, не пришлось. Так, хорошо, ладно, окей. А где там у меня? А, он сильный вообще, этот меч-то? 8 дамага. Окей. Такой себе, ну. Ну, он бьет огнем. Да у меня что-то каких-то много ассоциаций с Dark Souls почему-то и этой игрой. Опа, а здесь нужен ключ. А у меня есть этот ключ. Вот те раз. Внезапно. Там, и чё? Лол. Мы бы здесь просто не прошли. Есть. Есть. Вот это нормас. Чу-чу. Не зря купил. Сейчас бы мы с ними долго тут возились, мне кажется. Единственное, что она сейчас будет быстро... А мне с вами вообще надо драться-то? А то я такой влетел. Подожди секунду. У нас новые щиты. Подожди сек. Хорошо. Боевой топор. Дай-ка ему топор. Кися! Хорошо. Паулус Квиш. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать.
Так, ну, что-то у меня такое ощущение, что мне надо в пещеру эту идти. На твою ду... Что-то мне подсказывает. Ладно, разберемся. Главное, что мы нашли проход куда-то дальше, и все. Пока что все, мне достаточно этого. О, жареная крыса? Почему с него дали жареную крысу? Зачем? А, все? А, нет, не все. Минус женщина. Ну давай, минус женщина, мы уже поняли, давай. Еще жареная крыса. Ах ты, мать твою. Все, достаточно? Так, здесь два выхода. Окей. Не хочу их лечить. Реально, лишние траты только. Не надо! Не надо! Ух ты. 50 денег, хорошо. Красиво. Все? Не понял. А. Будем надеяться и верить, что, короче, мы здесь возьмем какой-нибудь ледяной меч. Хотя нет, у нас уже меч ледяной есть. Почему я это место помню? Сейчас босс будет. Потому и помню. Да по-любому босс будет. Какая-то здоровая херня. Нет? Там наверху ничего не было. Не, ничего нету. Ну ладно. Давай сюда. Где... Мы что, будем ждать, пока они вниз спустятся? Хорошо. А чё вы вообще-то не ходите-то за мной, алё? Я говорил, будет босс. Ну, посмотрим, насколько их хватит. Так, он, судя по всему, какой-то ледяной, что ли. Нормально. Я еще могу вот так, смотри. Хорошо. Так, подожди. Возьми щит. И... Ну да. Так, а сколько мана будет восстанавливаться? Так, минус деваха. Тихо. Чё вы стоите, я не понимаю, серьезно. Вы будете драться вообще или нет? Чё за приколы-то? Брос стоит, нихера не делает. Что это за бред? В чем смысл брать напарников, которые вообще не дерутся? То есть он тупо стоит и ничего не делает, получает дамаг. И умирает. И в чем смысл? Слышь? 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 Ладно. Давай маги жахнем. Так.
Ой-о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 й. Не надо, может? По-моему, мне сейчас кранты придет. А может и нет. Спасибо. До свидания. А вот это было, кстати, не очень честно. Level up. Easy peasy. Правильно сделал, что огненный меч взял. Оно того стоило. Оно того просто стоило. Ой, вторая сфера. Все, сфера льда, я так понимаю, да? Как мне к ней подойти? Надо просто нажать взять и все. Она сама ко мне прилетит. Ну хорошо. Ты чё? Ты чё? Перестань. Хватит, прекрати. Не надо. Не надо, ты, блядь, мне игру сломал, дурак. Ты, ебанат, чё творишь-то? Сука. Перестань, пожалуйста. Так, Влад. Он мне реально игру сломал. Можно старт нажать? Пожалуйста, уйди нахер. Ты издеваешься? Давай мы местами поменяемся, и все будет нормально. Пожалуйста. Товарищ. Это Карлсон в летнюю стужу. Так пыжится, что ж мотор наружу. Да? Давай, 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 давай. Ну куда-нибудь. Ядрить. Ну... Нравится лицо Дэвида, глядя на него. Ты дебил? Да не, ну а чё делать-то мне? Мне загружаться? И заново этого босса ловить? Да ну это бред какой-то. Ладно, идем. Нам нужно найти еще 6 сфер. Чик разлагал игру. Вы, наверное, Дэвид. Молва о ваших подвигах быстро... Спасибо, но кто вы? О, я просто бегун. Профессор Велдинг услышал о том, что вы собираете сферы, и у него есть еще информация, которая может помочь. Без щита, что ли, ходит? Он сидит и ждет вас возле входа в библиотеку. Ладно, удачи. Возле входа в библиотеку какой-то чел меня ждет. Хорошо, я понял. Так вот. Почему ты без щита ходишь, женщина? Поведай мне о своей. Мне кажется, мне надо ее куда-нибудь сбагрить. Либо, короче, сделать вот так. Просто дать им рогатки. Или луки. Может, они так хотя бы будут стрелять? Ну потому что, ну что это за херня? Давай я ей дам рогатку попробую. Посмотрим, как что из этого выйдет. Если она будет стрелять, то я дам мужику этому второму тоже рогатку. Ну а хрен ли они просто стоят, ни хера не делают. Че мне дали-то хоть? Можешь посмотреть? Лед. Какой-то подтаивший. Рядом с огнем просто лежит. Вы об этом не подумали, да? Ай-яй-яй. Опа. Ребят! Ребят, на помощь!
Я хочу... Там второй был проход в пещеру. Я хочу посмотреть, что там. Пожалуйста, только не вылетайте. Спасибо. Не очень удобно. Вот в наверх, вот здесь. Я сюда не ходил. Давайте хоть посмотрим, что здесь. Меня, может, сюда и не пустят вовсе. Вообще не планировал стрелять, ну да ладно. Деритесь, алё. Они что, дураки, что ли? Я не понимаю. Хоть один ожил, ядрить. Почему они стоят? Почему я должен все делать сам? Я зачем ей рогатку дал? Чтобы она стояла? Такое ощущение, что игра просто сломалась, и у меня персонажи не хотят ничего делать. Ну. Пирог. Ядрить. Так, у меня кончилось место под хлеб. Окей, это что? Яблоко? Ну-ка, жахни яблоко. Все? Что здесь? Куда эта дорога меня приведет? Идти твою. Сколько тут развилок? Так, кися! Кися! $25 денег. Ни хрена себе на него действует. Чу. Чу. Господи, это, по-моему, идеальный для тебя смайлик. Это значит отписка? Да? Да? Это прям твое. I do not know. Thank you for the follow. Hello. Сколько тут развилок-то? Раз, два, три, четыре, что? Так, подожди, где? Где? Возьмите курицу. Что стоите-то, смотрите на нее? Где она? Я не вижу упор. Ага. Хорош. А у нас три развилки внезапно. Куда это ведет? Нет, подстава. Это по-любому подстава. Мимики! Ни хрена ты увернулся. Бум. Так, кись, 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 кись. Да ну деритесь, алё. Что за странное поведение, я не понимаю. Даешь ей оружие, она ни хрена не делает. Просто как будто их надо выкинуть вообще. Спокойной ночи, Архимон. Покидбо. Ну и что это?
Уф-уф-уф-уф-уф. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, хлеб. Отлично. Давай. Куда ты побежал? Стоять. Яблочко ешь? А чё яблочко не берется? В чем дело? Я что-то не то съел, что ли? Что-то не то съел, походу. Так, ну тут выход один только назад. Всё. Скорее всего, здесь где-нибудь в скале еще будет проход. Куда-то дальше. Возможно. Едрить, здорово. Ты чё? Не надо. Все. Давай сюда. Давай сюда. Посмотрим, что здесь. Интересно. Ой, бегут. Бегут. Да ну брось. Хорош. По-моему, мы уже каждого, как каждой жрачки нашли по варианту. Нет? Да. А что здесь? Нет, одного чего-то не нашли, судя по всему. А ладно. Так, все, здесь один вход. Ладно. Пойдем дальше, посмотрим. Огненный меч, блин. Это что такое? Почему йети таскают с собой жареную крысу? Я что-то не понимаю. Зачем? Зачем йети нужна жареная крыса? Ядрить. А тут опять развилки. Чтоб тебя. Они вообще со мной бегать будут, нет? Они что-то делают какую-то херню. До этого вроде они со мной бегали. А теперь, короче, они что-то перестали внезапно. Дружили? Йети и крыса дружили? Да чё за хунай-то? Что это за локация вообще? Чё она такая длинная? Бей, пожалуйста. Ну все. А чё, у меня коронка не работает? Коронка работает только с этим, что ли? С обычным оружием. Пу! Хорош. Из пацана аж сыр вылетел. Так, отлично. Ты ешь хлеб. Стоять. Хлеб взял. Сыр взял. А. Не, ну это аргумент. Так, дворец. Какой-то дворец. Сдохни. Ты ж, мать твою, что это так долго, такой длинный проход-то, алё? Все.
Вы же знаете, где мы? Дворец Глаз. Конечно, вы же не собираетесь идти? Это именно то, что я собираюсь сделать. Но готовы ли мы? К тому же Глаз – дочь Сильвера. И к тому же она очень могущественная колдунья. Наверное, свои силы она получает от одной или нескольких сфер. Если придется, то я пойду сам. Нет, если мы пойдем, то пойдем вместе. Что-то, по-моему, это какое-то особое предупреждение сейчас было. Типа, не дури, парень. Не надо. Оно тебе нахер не нужно. Дочь Сильвера? У Сильки есть дочь? Что? Так, то есть, что мы сейчас тогда вообще думаем? А куда я там должен был так-то пойти? Ключей у меня нет. У подножия библиотеки меня должен был кто-то ждать. Так, стоп. Я не буду сохраняться, наверное. Потом как туда соберусь идти. Ну, у меня просто что-то такое, мысль такая, что мы немножко не потянем такой бой. Если у нее там две сферы. Вообще хрен знает, насколько она сильна. Так, что выпало? Хлеб. Бери, вываливаем. Вверх. Что будет вверх? А на карте у меня, кстати, сохранилось какое-то что-то. Глаз Пелос. Вроде да. Вроде осталось. Что здесь? Там еще назад вернуться. Еще один вход в пещеру был. Ядрить тут развилок. Ну, стеклянный дворец. Ого. Кися! Кися! Кать не кися, это кать собака. Непонятно. Почему? Слушай, мы раньше ходили просто с печенькой, теперь с жареной печенькой ходим. Смотри, на руку. Какая-то вафля, реально. Раньше была печенька, теперь вафля. Все. Блин, мы сейчас вернем. Я так и думал. Я так и думал, окей. Так, ну давай попробуем вернуться тогда, окей, к этому. У подножия библиотеки, он сказал, у входа. Типа, сходи, там кто-то появится, какой-то чувак. Давай сходим. Кто это? Дай ключ нам золотой, по-братски. Вы должны помочь мне. Мне не поступают припасы. Что ты имеешь в виду? Да, наверное, да. О, боже, это хуже, чем я думал. Что? Мой рассудок. Здравый смысл. Да, да, да. Я знал, что вы поймете. Боюсь, что мои слова ничего не будут значить, если мой разум не будет работать в определенный период времени. Мне срочно нужна философская загадка. Боюсь, что у нас нет. Хорошо. Я должен найти все сам. Я чё приходил-то? Что происходит? Мы слышали, что у вас есть важные новости касательно одной из сфер. Да, я слышал о вас. И сейчас расскажу профессору детали моего собственного... Велдинг. Какой-то новый персонаж. Ития. И это самое интересное. Мне посчастливилось раскопать древние рукописи, легенды о древнем, давно забытом соборе. Он прославился тем, что там находилась древняя сфера исцеления. Но я боюсь, что на город обрушилось несчастье, и он затонул, забрав вместе с собой как собор, так и сферу. Веру. Эй. Веру. Не волнуйтесь, еще не все потеряно. Профессор Мэнсинга есть друг. Да, у некроманта по имени Фатиус. Он живет в Нижнем Рейне. Фатиус создал странное устройство. Он называет его перископ. Перископ может видеть под водой, что позволит вам попасть в подводный город и найти сферу. Че? Мы чисто с перископом пойдем?
Без подлодки, да? Типа того, да? Пойдем Стадиуса и его машину. Когда придет время, вы должны призвать его, произнеся это заклинание. Из глубины недр Элисия и через Красное море чары. Приди, Фатиус, приди. Что за хуйня? Спасибо, мы все сделаем. Что, простите? Я что сейчас должен сделать? Что за хрень? Прийти в нужное место, произнести заклинание. Ядрить вы упоролись. Просто ядрить вы упоролись. Рейнгейт. А где? В каком-то определенном месте? Когда придет время? Единственный рядом с водой чувак, который здесь был, это вот тот паромщик. И все как бы. А где он был-то? Я уж, блин, не помню. Выстрели? Пожалуйста, выстрели! Так, я пытаюсь вспомнить. Нам сюда, что ли? Подожди. Нет, не сюда. Да хитрите. Мне этот город Рейн вымораживает просто. Он такой, сука, какой-то мудрёный, запутанный. Да иди ты нахер! Шёл он. Куда эта дорога меня ведёт? Я... Нет, это не сюда, это в лес. Что надо было от таверны идти. Давай от таверны пойдем. Там, по-моему, это же рядом. Где-то, нет? Таверна же вроде за колоколом. Или это все чушь? А что будет, если я вот так сделаю? Допустим, выберу другого персонажа и поговорю с ним. Он мне тоже скажет, убирайся. Может, ты и большой, но я тебе не по зубам. Выметайся. Да? А ну-ка, подожди. Как насчет женщины? Нет? Ну ладно. Интересная теория. С разными персонажами разные диалоги. Хе-хе. Хорош. Это куда? Угу. Ну, я надеюсь, что мы здесь как-то пройдем туда, куда мне нужно. Да? Или не да? Ой, не надо было сюда заходить. Или надо? Что происходит? Да ты угораешь, что ли, надо мной, или что? Да ты че, серьезно? Как так-то вышло? Я в растерянности. На-на-на.
Я вообще потерялся, где мы вообще находимся? Мне не нравится этот город, он слишком сложный и запутанный. И тут очень долго надо бежать. Тут не говоришь, что это таверна? Пожалуйста. Как это работает? Как, мать, я твою... Ты, блядь, издеваешься надо мной? Что происходит? Почему я хожу кругами? Я захожу в разные стены. Почему я возвращаюсь туда, где был? Почему? Какого черта? Здесь только два прохода. Окей, ладно. Здесь куда я пошел? Наверх пошел, правильно, да? Значит, вот сюда. Сюда точно не ходили. А, конечно, вернусь в самое начало. Здорово! Здорово, отвечайте. Боже. Ну, где? Да, нам срочно нужно вообще хоть что-то. Так, это в начало, это вверх, это... Подожди, какая-то из этих дыр в тупик, правильно? Та, которая вниз? Нет. Та, которая вправо ведет в тупик, а это ведет туда, куда мне нужно, в общем-то. Блин, ну сферу исцеления, это же хорошо, это, блин, за счет маны лечиться. А мана восстанавливается само собой. Со временем, конечно, но, блин. Это ж клево. Зато жрачку не надо тратить. Пу! Пу! Сюда. Здесь эти зеленые чуваки. Подожди, где они были? Пытаюсь вспомнить. Не надо! Что ты делаешь? Зачем ты в него прицелился? Так, вот сейчас вспомнить, вправо или влево. Где-то тут была развилка, что я зря, конечно, пошел наверх. Вниз. По-моему, вниз, вот тут. Вот именно вот тут. Либо с левой стороны вниз. Да? Не то. Не то! Долбанная карта, ну серьезно. Сюда, вторая четверная развилка и вниз. Сюда теперь? Теперь-то сюда? Да ну что за... Твою мать. Как это работает? Как это работает? Пожалуйста. Здесь что? Пожалуйста. Можно я уйду? Можно я уйду? Вниз ходили, вправо ходили, вверх, не помню. Да едеть твою мать, вы чё хорош? Чего вас так много? Фу,
Чтоб пол хп всрал, пока бегал. Да, конечно, это город Минотавра, ну. Как иначе? Где я вообще нахожусь? Лабиринт сраный. Иди нахер, игра! Деритесь, ну! Да чё вы стоите-то? Господи, как вы раздражаете меня. Задолбали. Я ещё бы хоть падал с них чё-то. А то ведь не падает ни хера. И каждый раз, блин, с ними на каждом повороте драться. ХП только тратить. Значит, получается, сюда. Где-то вот на этих развилках. Вправо. Ты что-то делать будешь, нет? Короче, вправо, да. Тут либо... вниз, либо вверх. По-моему, вниз я ходил, тут был проход на площадь. А? Да, есть проход на площадь. А тут что не поменялось? Нет. Значит, вверх. Значит, вверх. Все. Как я это понял, без понятия. Ты меня троллишь, блядь, игра. Как это работает? Я уже просто заедрился, ну серьезно. Мы ходим туда-сюда. Ну что, ты предлагаешь сюда пробежать, что ли, игра? Мы же вроде и с той стороны, и с этой выходили. Сраный лабиринт. Где я? Так я вообще уже не помню, куда здесь еще ведет. Да я в башню зайду. Вряд ли, конечно, башня, но... Ну-ка. С этих постоянно деньги падают. Да иди ж ты, поди ж ты, твою мать. Ты издеваешься. Ты, конечно, хуйня. Просто бич какая-то. Еще нервирует, что каждый раз должен с ними драться. Со всеми. Пока, типа, не победишь, выйти из локации нельзя. Ну это ж бред. Я не буду тот мешок брать, сам берите. Я устал. Мы пришли снизу. Давай вправо. Нет. Сюда идите. Устал, блин. Ни хера сегодня не прошли, абсолютно. Как? Два? Две сферы из восьми взяли. Охереть. Ну, так точно будем проходить три дня. И опять мы сюда вернулись. Я прям помню, что вот из этого перехода мы как-то попали туда, куда нужно. Какого хрена?
как здесь все устроено, бесит уже. Привет, Вадим. Паромщик же там был. За той дверью, правильно? Которая через колокол открывалась. Кто-нибудь запомнил? Он где-то там вроде был, да? Я ж правильно мыслю? Или вообще не там? Еще такой, туда, куда надо, да? Хер-то там. Смысл. Уже время. Еще такой, смотри, смотри, смотри. Топ. Топ-контент. Такой, бум, пришел туда, куда надо. Нет. Ты что за говно? Дим, ну точно помню, что где-то тут это все было, блин, не так далеко. Серьезно? А чем ты отличался от предыдущего? Я просто хреново вижу с такого расстояния. По-моему, вы одинаково выглядите. Horizon прошли. В пятницу. Все DLC. Спасибо! Самое тупое будет, если это не тут. Если это не тут, это прям дичь полная. Прям хрень, хрень, хрень. Здорово. Разговор, разговаривай. Да, нам сказали, что мы найдем человека по имени Фадиус здесь, в Нижнем Рейне. Цена один дублон. Почему проклятый дублон? Не смей сомневаться. И оплату я возьму сейчас. Да бери, ради бога. Мечом его погладил огненным. Это перископ называется? Что за... Это дверь из Титаника, по-моему. Никого не видно. Эй, здесь кто-нибудь есть? Дэвид, попробуй заклинание профессора Велдинга. Ладно. Ох, ёпты. От просторных равнин Элефиона и до красной реки Джара. Поднимись, поднимись. Райз. Арайс! Арайс! Говори, кто тебя послал? Меня зовут Дэвид. Профессор Велдинг сказал, что вы создали подводную клеть, которая поможет нам попасть в затопленный... Тони Старк уже не тот, блядь. Там хранится одна из восьми волшебных сфер, которые помогут нам победить Сильвера. Тогда бери ее. Она твоя. Вот так просто? Бери подлодку. Ну ладно. Тогда двигаться будем сегодня, нет? Эй. Ты издеваешься?
Ты серьезно, что ли? Алло? Эй! Что происходит? А что они застыли-то, двигаться даже не хотели? В смысле? Тогда бери ее кого? Бери подлодку. А я назад смогу уехать-то? Слышь? Ты снова? Да, нам сказали, что мы найдем человека по имени... Цена? Почему проклятый дублон? Не смей и оплат. То есть цена такая себе, да? Один раз заплатил, можно кататься как угодно. Юбилеечка. Юбилеечка. Почему я не могу здесь двигаться? Спасибо. Ядрить. Ого. Вы были отобраны, чтобы служить. Ой, Силька. В отряде моей личной охраны. И вы поражаете меня своей некомпетентностью. Скажите, почему эти повстанцы до сих пор живы? Что это за бейба белобрысая? Это дочь его, что ли? Наши боги не... Тихо! Никаких извинений за провал. К счастью для вас, я самолично перестраховался на этот случай. Скажите мне, что за херня? Не, ну там херня. Да, не надо оправданий. Да хоть кто спрашивал. Глаз. Эти глупцы воюют друг с другом. Можно ли верить предателю на слово? Они серьезно? Они хотят, чтобы я с ней дрался? У него глаза вил какие. Это кто еще? Предательство повстанцев очень меня воодушевило. Но я очень забеспокоился, когда я узнал, что они тоже разыскивают сферы. И, к сожалению, преуспели в этом намного больше, чем ты. Я хочу, чтобы вы играли все в Мику. Прости, хозяин. Они его свергнут. Я тебе отвечаю. Возьми колокол для ныряния и иди к собору. Похоже, там хранится лечебная сфера. Сделай засаду на повстанцев, которые хотят прибрать ее к рукам. А когда убьешь их, принеси мне сферу. И Джак, не подведи меня. Джак? Что происходит? У меня в команде Джак, нет? Че? Или как? Что? Или жук? Фьюдж, иди в Чейнс к тюрьме и не дай ему освободить заточенных там узников любой ценой. Ты должен Чейнс. Захватить его в плен. Не убивай его. Мы используем его как приманку, как и остальных. Чейнс. Будь беспощаден. Ага, это нам типа рассказывают, где они будут. Чуваки. А ты иди в свой замок. Хрустальный. Иди, иди. А ты уверен, что сфера в твоих руках и в безопасности? Да, да, папуль. Я назначила Драку, моего лучшего стражника, охранять ее. Тогда тебе нечего волноваться. Драку? Лучший стражник Драку? Я что, понял, что кровь там по бокам течет в центр? Что? Что мы здесь ищем? Мы здесь ищем сферу лечения. Я надеюсь, она тут. О, ёпт, крабы идут, смотри. Ага. Что на крабов не действует огонь? Потому что это раки. Нет, ну это уже проклятые земли прям. Чистой воды пошли. Ящерица с трезубцами. Где-то я такое уже видел. Может, ты будешь бить? Хлебушка, хлебушка, хлебушка. Может, хлебушка, хлебушка. Так, здесь у нас два выхода из сохранения, окей.
Чё в ящике? Шо? У меня нет такого ключа. Поведай мне о... Обидка. Блин. Нам еще зачем-то нужно возвращаться в Рейн. Там были еще двери. Я просто в надежде сейчас, знаешь, что мне туда больше не нужно. Все, все, достаточно. Достаточно. Максимум тут, блин, чувак еще какой-то, который хотел мне меч продать против вервульфов. Максимум. А так, ну что там, в таверне есть? Ну, таверна на карте вроде есть. Я надеюсь, что это все. Дверь была. Какая дверь? Да, ключ закрытая. Бо-бо-бо. 98 поворотов влево, 23 направо и по прямой 5 стримов. Блин, ракеты такие жесткие, смотри. Что творят-то? Херачит только в путь. Давайте вы не будете меня дамажить сильно. Ну, короче, мы тут пришли, наверное, нам сюда. Подождите секунду, я что-то с этим топором. Я бы на самом деле попробовал бы еще ледяной, чисто ради интереса. Лучше уж топор взять. Барбара. Этот звук, как они умерли. Барбара. Барбара. Ой, беда. А можно я куда-нибудь это в зоне видимости буду, не? Барбара. Вот это нормальные атаки-то. Да, может прям вообще и быстрые такие. Барбара. Так, подожди секунду. Сыр. Красиво. Барбара. Барбара. Не, ну реально быстрые атаки очень. Бей. Так, окей, еще давай сыру. Восстанавливаем мне хп. А почему с ящеров падают? Падает сыр. Почему? Как это связано? Так же связано, как и с йети крысы падают жареные. Сто пудов. Плата, блядь, что? Я работаю ящером у лорда тьмы.
Нам платят. Нам платят сыром. Ой, блин. О, стальной щит. Хорош. Мы живем в коробке из-под сыра. Та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Та-та-ра-ра-ра-та-ра-та-та. Нет. В доме номер 8 Краснодаре. Блин, что он там бьет ее? И она, главное, стояла и ждала, когда ее бьют. Ну вот это ебанутая, нет? Серьезно. Так, новый щит у нас стальной. Красиво. Красиво. О, меч. Длинный меч, новый. Так, стоп. Хочу я ее лечить вообще? Давай. Че с ним? Два яблочка мне не жалко. Поел, все. Меч. Так, длинный меч. Че там по длинному мечу, пожалуйста? Мне информация нужна какая-то. 15-18 дамага. Хорош, беру. 18 дамага, мне нравится. Так. Второй квартиры, парень. На твою душу. Типа, чё песня? Почему она въедается в мозг? Так, хорошо. Босяцкий, что ли? О, Джек. Дай, может, сферу возьмем. Поверьте мне, вы очень уверены. Огляни. Прошу, такое развлечение вам вряд ли увидеть. Тебе пиздец. Генерал ебобо. Просто получил в лоб, блядь. Что? Ай, мать твою. Давай проверять. Против чего у тебя там? Ах ты, даже так? Да ты серьезно? Так, 4 этим. А этим вообще, по-моему, по 2, да? По 2. Хорош! Хорош! Так, а что я с ним вообще должен делать-то тогда? Просто у меня сейчас что-то даже мысли нет, что я могу сделать с ним. Ну, в него явно надо стрелять. Только вопрос, чем. Фу, 5. Херово. Что будет, если мы возьмем тупо лук какой-нибудь и начнем стрелять?
ничего хорошего из этого не выйдет. С этим. Ноль тоже. Короче, это все хуевая затея, поэтому... Лед. Ближайшее, что мне может помочь. А я могу им экипировать, допустим... Ну или вот так, я не знаю. Они могут лечить? Сами по себе. Может, они такие охуительные, что будут брать и лечить. Ну мало ли. Что-то, по-моему, вообще нихера не взяло сейчас. Так, ну лед его хоть как-то берет. Все остальное что-то вообще не работает. Ну, так. Давай, знаешь что? Провернем хуйную схему. Ты стрелять будешь сегодня, нет? Себя полечи. Ты не можешь? Так, ясно, понятно. Ты решил меня подставить, да? Не, ну а что я с ним должен делать-то? Он летает. Я не могу с ним драться. По-моему, это бред какой-то, не? Ну, либо здесь есть какой-то момент, когда ему наносится большой урон. Но тоже не факт. Не, ну просто по 4 его бить, у него, блядь, сколько полосок-то там. По-моему, просто это чушь. Может, мы уйдем? Не, ну я хрен знает, что тут можно сделать. Не, просто это очень странно, что я так много успел его ударить. Это ж надо было тупо полечиться. Я, конечно, спросил хуйню. А чё лечение не работает? Я же выбрал лечение. Ну ты кричи. Сколько там надо-то? Целую полоску, что ли? Ебанулись вы. Да ну капец. Да я его неделю реально буду бить. Такими темпами. Просто это чушь. Серьезно? А чего огнем больше дамажит? Что я не понимаю. Вроде бы льдом там больше било. То есть его все-таки надо огнем бить? Интересно.
восстанавливается. Напарникам норм, они уже, смотри, ману восстановили. Отдыхают. А, ХП у меня не будет восстанавливаться? Или это оно так восстановилось? Чу. А есть какая-нибудь мана, что ли? Банка маны там нет? Magic Potion, это оно, что ли? Типа, мана устанавливает. Блин, я не хочу тратить ее. Желтая, оранжевая. Желтая, оранжевая. Такая прям очень сильно оранжевая. Красная. 4 полоски хп ему надо сбить. Да ща изи. За час пройдем. Угорают, блять. Давай так. А чё ты стоишь-то? Ну вот опять отравили. Чё стоит? Тара-та-тара-та-тара-та-там. С ноги надо в прыжке. У меня есть коронка такая. Только я не допрыгнул. Слишком хитро выебанный босс. А чё против кислоты могло подействовать? Ну, так чисто. Огонь, хрень. Лёд, хрень. Кислота это такое-то, что ничего не берёт. Что это? Что может быть просто? Какая магия может быть полезной в этом бою? Я хрен его знает. Магия стекла. Магия стекла по-любому. Знаешь, как в пробирку, когда наливают кислоту, и пробирка не разъедается нихуя. Дело в этом. Раз, два, три, четыре. Валим. Раз, два, три, четыре. Магия огня. Раз, два. Три-то зачем? Раз, два, три. Да четыре зачем? Могу еще выстрелить? Могу. Нормально, минус полоска. Чуть-чуть еще. Чуть еще, еще немного, ребят. Раз, два, три полоски. Три полоски еще. Нормально. Мы справимся. Так вот эти вот старые игры, знаешь. Я вот сейчас вот тот же этот Records of Lords War вспоминаю, там тоже такой босс есть, тоже дракон. И ты с ним дерешься 30 минут. Ну как дерешься? В основном он тебя бьет, а ты от него просто по полу такой катишься. Потому что у него каждая атака тебя отталкивает. И так 30 минут с ним валандаешься, а потом он это такой... Да ну нахер, короче. И улетает. Прикинь. 30 минут с чуваком драться, а потом он просто такой берет и улетает. Такой, 30 минут,
сука. Какого хера? Можно устраивать перерывы. Раз, два, три. Очень понятно. Я промахиваюсь сейчас. Да нет, у меня там вообще, короче, капелюха какая-то отбавляется. Хорошо, что у меня два меча. Было бы классно, если было бы три. Го ножами кидаться. Вообще хоть что-то задамажило? Ты что кидаться-то начал? Бля, реально дамажит, ты посмотри. Нихера. А чё это так? За внезапность. А сколько у меня ножей осталось? Да хватит кидаться-то, я вообще ничего не нажимал. Хватит, перестань. По 6. А сколько у меня ножей всего? Нет, а серьезно, а что за приколы? Я думаю, просто ножи, они кончаются, нет? А они, походу, бесконечны. Так а что тогда, хули я тут? Чем тут тогда, это слышь? Да, лети-ка ну-ка на ту сторону. Смотри, вот как дело пошло по-быстрому. Не, ну это вин по-любому. А все уже. У него последняя полоска, внезапно. Опа! А что это кончилось? Ножи кончились, все? Они кончаются. Все-таки ножи кончаются. Ребят, подстава. Нас подставили. В игре 43 конта. Нас подставили. Нас подставили. Че за дичь? Не, ну блин, с другой стороны, мы смотри, как быстро. Рогаткой 0 урона. Да ядрить. Давай ты не будешь вот так вот делать. Блядь. Та-та-та-ра. Твою мать. По-моему, кто-то умирает. Шух. Я. Шух. Бум. Да ну, иди ты нахер. Ой.
что, решила пострелять? Ты серьезно? Очевидно, что теперь наркоманка. Мы ищем сферы. Мы должны заполучить все 8 сфер, прежде чем он не узнал больше. Наркоманка, серьезно. Блин, ну вот это, слушай, обидно, то, что у меня сейчас это. Я отравлен, у меня ХП отнимается. Поведай мне свой. Прям обидка. Так, ну, хилка есть. Я единственное не понимаю, сколько она отнимает. Она всю ману, что ли, сжирает или что? Ну и все, эту сферу мы взяли, да? Правильно? Чего? А почему я не могу этим пользоваться? Что это, как это работает? У меня же мана полная. А! Все, я понял. Эти дебилоиды у меня ходят с этим оружием. Так, ты бери это, бери это. Ты бери это. Бери, бери. Все, окей. Ой, ножи. Ножи прям спасли, короче. Не, серьезно, мне кажется, если бы я ножами не начал кидаться, мы бы еще потратили хер знает сколько времени. 10 ножей в одной пачке? Серьезно? Что-то это слишком хорошо. Так, подожди. А мы откуда пришли-то изначально? Да ну, издолбанные крабы. Что за ерунда? Отстаньте. Крабы! Лангуст! Это лангуст? Куда это меня приведет дорога? Дай посмотрим. Что-то я... Это начало? Что-то я вообще не понимаю, где мы... Да ну брось! Чё я должен с вами постоянно драться? Вам самим еще не надоело? Барбара. Ты прям как в One Piece. Барбара-бара. Барбара-бара. Телефон так звонит. Барбара-бара. Барбара-бара. Хорошо. О, а это что-то новенькое. Мы тут были? Не понял. Так, не понимаю. Дайте ему в душу. Чего он там стреляет? Каждый раз вот это реально напрягает. Что нужно после каждой там использования магии нужно просто переодеваться тупо. Что такая глупость. Куда пошел? Стоять! Че это ты? Так, а вот это интересно. Ага. Ага. А чё, прям всю что ли сцену? Нихера. Амулет! Во-во-во! Хорошо. Хорошо. Вот это не зря зашли. Вот это я понимаю, не зря зашли. Так, стоп. Мы справа пришли или снизу? Чувствую, что они отсюда. Отсюда пришли. Ничего. Хе! Здрасте, это. Есть курить! Иди ты нахер.
Ну давай, 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 давай. Что это такое? Летучие мышь? Пауки? Что это? Кто это? Летучие мышь, что ли? А еще они какие-то ублюдские. Они мне в глазах! Офигеть, летучих мышей с криком шакака. Сыр. Хлеб. Сыр. Хлеб. Сколько восстанавливается, если я вот... Сколько маны тратится? У меня сейчас полная мана. Ты будешь лечить-то? Хера себе, полполоски, по-моему, сейчас только что улетело. И, типа, если не остановиться, оно будет тратиться? Что-то по жести, по-моему. Так, у нас здесь два выхода. Либо вправо, либо вниз. Ну ладно. Там был выход. Хватит. Так, ну, по сути, все, да, здесь. Можно вываливать, в принципе, отсюда. А можно мы сделаем вот так? Потому что, ну, я что-то не хочу даже здесь находиться. Я пойду сохранюсь. Так, какие у нас варианты? Огненный лес потом остается. И... Поведай мне о своих... Как его? Как эта херня называется? Ну, стеклянный замок. Просто пока что я даже вообще как бы... Мишка мне зачем, тоже непонятно. Я понимаю, что его надо отдать кому-то, но, блин, я даже этого человека не видел. Вот это Dragon Slayer. Опасные надписи. Наверное, Атра это будет конец игры, да? То что, ну там что-то он... Бригантина это стоит. Металлон. Или может там этот будет просто... С двумя мечами. Помнишь, его мечи, по-моему, ко мне попадут каким-то образом. Ну, скорее всего, путем убивания этого товарища. Но это не сейчас. Надо запомнить, куда идти. Я сейчас запишу. Огненный лес. А то я просто забуду завтра. Огненный лес. И второе что? Глаз... А огненный лес где находится? Где-то тут? А, ну Fire 3, конечно. Всё.